уборка снега и начисление платы за капремонт, возможность забора анализов на дому для инвалидов и получение земельных участков многодетными семьями. С этими и другими вопросами обращались жители Кубинки к представителям окружной общественной палаты и юристам в ходе единого дня бесплатной юридической помощи. Это та акция, которая уже, наверное, полюбила жителям нашего округа. Это действительно, на мой взгляд, очень важное мероприятие. То есть и общественная палата, и наши коллеги, с которыми мы сотрудничаем из различных юридических фирм, оказывают бесплатную юридическую помощь и консультацию жителям нашего округа. Евгений Владимирович обратился к специалистам за разъяснениями в сфере жилищного законодательства. Жильцы дома 8 по улице Кубинка уже создали совет многоквартирного дома. Теперь потребовались пояснения юристов по срокам проведения собраний, полномочиям и прочим вопросам. Роман Юрьевич дал подробную и обстоятельную консультацию. Я остался доволен. Вот. Главное, чтобы почаще такие были выездные консультации, бесплатные. У Нонны несколько кредитов. Жительница поселка Новый Городок пришла за грамотной консультацией по вопросу консолидации своих кредитных обязательств. Получила исчерпывающий ответ. Все понятно, все хорошо объяснил. Ну, буду дальше действовать по своему вопросу. Дни бесплатной юридической помощи и выездные приемные общественной палаты пользуются популярностью среди жителей Одинцовского округа и проходят регулярно. Следующее подобное мероприятие планируется провести в Голицыне в конце февраля или марте. Наталья Гончарова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».